что ж, дорогие друзья, вот есть такая также планетка, называется она Terra Realistic Geography. Это кто не в курсе. Это заменяет стандартную планету Земля на реалистичную географию. То есть мы здесь видим полярную шапку. Чуть дальше мы увидим, как, насколько понял, Южную Америку. То есть вот так вот по краюшку посудить. Давайте на Южную Америку попробуем высадиться. Немножко будет так подлиннее видосик. Но вообще вот эта вот планета мне очень сильно понравилась. И всегда было интересно, почему никто из людей, которые играют в Space Engineering на планете Земля, не может установить этот, я извиняюсь за выражение, простенький мод и поиграть хоть на какой-то планете, которая действительно похожа на Землю. А не фиг пойми где. Здесь было переделан немного ландшафт, сокращенное количество деревьев, в общем, она не так будет глючить, как предыдущая. Я на ней уже как бы ее пробовал, смотрел. Довольно-таки она мне понравилась. Ну, как бы непонятно. Видите, довольно-таки красиво сделано. Очень неплохо. Ну да, вместо воды лед, это я повторяюсь. Ну уж извините. Нет, немного выворачивает наизнанку. Врежусь, не врежусь. Город тут красивый. Надо немножко повыше бы взять. Вот, смотрите, как красиво-то. Эй! Хорош. Хотя да, прогрузки на такой скорости тоже не алё. Ночью. Довольно-таки прикольно, я вам скажу. Хорошо сделано. Правда, что тут гористая как-то больная местность. Сейчас посмотрим, есть ли здесь наши любимые волки. Ну, по идее, должны быть. Слово «по идее» мне больше всего нравится. Ага. И вот пошел уже следующий биомчик. Смотрю. Повторюсь, деревья и астероиды у меня стоят на максимум. Вот видите, тут хотя бы деревьев не так много, как в оригинале. Кто помнит, сколько деревьев в оригинале? А знаете, я вот когда начинал на планете Земля играть, на оригинальной, я там не мог себе даже построить машинку, чтобы покататься. Я их давно не строил. Не мог построить, потому что там такая тонна деревьев, что, блин, извините. Там не покатаешься. Ну, здесь, смотрю, их не так много. Интересно, старый бак остался или нет? А ну-ка, давайте проверим. А посмотрим. Ну, слушайте, вроде все в порядке. Так, камушек вижу. Сейчас вам только дерево поцелую. Нет, слушайте, нормально стали отлетать, а то я помню, не вверх вскакивали в космос. А что у нас тут в камушечке? Так. Ну-ка, 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 а силикон. Ох, тут уран сразу есть, ядрить пополам. Ага. Эй. Кись-кись. Мяу-мяу. Типа-типа-типа-типа-типа. И где хоть кто-то? Ну, понятно. Возможно, и появится, когда разработчики починят. Ну, или человек, который карту делал. Так, она обновлена была последний раз 16 февраля. Так, максимальный размер 120 километров рекомендуемый. Гравитация нормальная, кислород есть. Не, ну тут можно спокойно выживать. Смотрю, и ресов здесь напичкано тоже так не кисло. Ну, правда, их не увидите. Ну, хотя у меня семя-то рандомная. То есть я не ставил стандартное. Ну да, красивая планета, более-менее, честно говоря, лучше, чем оригинал. Так что установите лучше этот мод, доиграйте в нее. Хоть красивее будет. Ну что ж. Говорит, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео на ютубе. Подписывайтесь на канал. Я буду дальше продолжать осмотр планет, как и обещал.
Всем удачи, всем пока.